Молекулярная кухня, танцующие роботы и карнавальные костюмы будущего. Чего только не придумают молодые ученые. Более 100 эрудитов республики приняли участие в молодежном научно-образовательном форуме «Чувашия. Территория научной инициативы». Знать основы органической химии не просто полезно, а жизненно необходимо, считает Константин Репин. Доцент кафедры химических технологий уверен, за его изобретением будущее. Целых 8 лет он разрабатывал уникальный по своей структуре лекарственный препарат. Молодые ученые, химик фармацевтического факультета ЧГУ имени Ульянова, они многие занимаются поиском этих соединений, которые обладают антимикробной, противотуберкулезной активностью. Мы сотрудничаем с ведущими научными центрами в России. Путь от синтеза до лекарства составляет около 10 лет обычно. И, конечно, должно пройти много тестов, много проверок, чтобы лекарство уже вышло на рынок. Пока у нас идут доклинические испытания наших веществ. Сегодня Константин стал лучшим молодым ученым Чувашии в области естественных наук. А эти ребята пока не получили свою награду. Вероятно, их заслуги на научном поприще будут оценены чуть позже. Сегодня мы представляем робот на мобильной платформе. Данный робот уже используется в военных целях. Это, допустим, для того, чтобы, находясь мы в безопасном месте в штабе, мы могли отслеживать места, где, например, располагаются противники. Или либо для того, чтобы выбраться из лабиринта. С каждым годом границы научных инициатив расширяются. Студенты и молодые ученые пробуют силы в самых востребованных отраслях экономики. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.